богатым. Звучит гимн истинных ценителей экстремального холодового плавания. В Ульяновске таковых не менее 300, в активе 50 спортсменов. Среди них участницы межконтинентального заплыва, отважные дамы, переплывшие Берингов пролив и установившие рекорд России, Европы и СНГ, Елена Семенова и Ольга Соколова. У всех был боевой настрой, как на войне. Всех было вперед, 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 задачей только вперед. Никто даже не думал, все свои страхи оставили дома, засунули не знаю куда. Потому что если бы только подумать о страхах, то в воду было бы не зайти. Организатор Министерства обороны, как было, поэтому бояться было нельзя. Нужно было идти на пролом в достижение своей цели. Получается, 2013-й для ульяновских моржей удачен по всем параметрам. Им есть чем гордиться еще до официального старта сезона. Мы только что приехали с Чебоксар. 19 медалей привезли, из них 9 золотых. 14-15 декабря поедем в Тюмень, Кубок России. 22-23 февраля Альметьевск. Ради перспектив и просто из спортивного азарта ульяновские экстремалы собираются преодолеть вольную дистанцию в 0,5 километра. Но это чуть позже. Для начала – кратковременное погружение в ледяную воду. Для мастеров – просто разминка, для новичков – испытание силы духа. Для некоторых артистичных натур – мини-спектакль. Снимаю. Поближе подходим. Я за мной. Чисто морская. Пойдем. Смотрим внимательно, даем установку. Повнимательнее, мои дорогие. Этого вы нигде не увидите. Шутки шутками, но уже в марте 2014-го Елена Семенова и Ольга Соколова представят Россию на международном чемпионате холодового плавания в Финляндии. Подготовку ведут в интенсивном режиме. За ними честь Ульяновской области и всей страны.